Добрый день. В общем, разобрался я с проводкой, разобрался я с контроллером потом, как в итоге оказалось. А с проводкой я тут разобрался с одним проводом. Окей. Вот, оно уже крутит, все отлично. Блок новый, чтобы кнопка нормально срабатывала. Вот, включается. Два мотора работает. Можно нажать кнопку, один будет работать, включить кнопку, будет два работать. Вот. Так, есть, да? Сейчас вырублю его, расскажу. А получается, была проблема в чем? Получается, спасибо за донора, донор помог. А получается, была проблема в проводе, в проводке. Это я разобрался. Потом возникла следующая проблема. Проблема в контроллере. Сначала он его не хотел включать. Но это дело не в кнопке было, потому что я уже снял вот этот контроллер, подкинул, и он работал. И моторчик работал, отлично работал. Нашел проблему в контроллере одну, устранил. Потом включил, рывками едет. Окей. Снова разобрал, снова нашел проблему. Проблема была просто по мосфетам, там по одной, по двум ножкам была проблема в некоторых элементах. Заменил, и все работает. Короче, так что в целом все будет готово, отремонтировано, кроме рекуперации. На этом рекуперации тоже нету. Он тормозит механикой.